Здравствуйте, уважаемые телезрители, на АТВ программа «Открытый эфир». Сегодня гость в нашей студии – доктор социологических наук, профессор, первый вице-президент Всебурятской ассоциации развития культуры, ну, или сокращенно ВАРК, так больше знают ее, эту организацию наши телезрители и все жители нашей республики, нашего города, Эрдем Данзанович Дагбаев. Здравствуйте, Эрдем Данзанович. Добрый день. Первое, конечно, я поздравляю всех нас, в первую очередь вас, Эрдем Данзанович, с выходом вот вашей книги замечательной. Замечательной я еще не успел прочитать, потому что это вообще, по-моему, сигнальный экземпляр, который называется «Буряты. Главные вопросы бытия». Вот рекомендую всем ее прочитать. Вот перед нами сидит и автор. Эрдем Данзанович, книга вышла в свет перед Алтаганой и перед 6-м съездом Всебурятской ассоциации развития культуры. Почему именно в это время вы решили ее издать? Ну, в принципе, вот этой тематикой, значит, развития бурятского этноса, развития ее культуры, в том числе и с политической точки зрения, я, конечно, занимался давно. Ну, будучи исследователем, у меня еще ведь первая книга в 95-м году, научная, вышла, она ведь была посвящена также этнополитическим процессам в нашем регионе. Ну, там больше рассматривали средства массовой информации. Поэтому все эти годы вот эта тематика занимала меня. И, как говорится, в один момент родилась мысль, почему бы все основные вопросы, которые касаются развития бурят как этноса, не объединить в одну книгу, значит, ну, где-то какие-то размышления, какие-то... И дать свою точку зрения. Да, какие-то часть ее, оно, какие-то статья где-то публиковалась. Но вот так, чтобы поставить вопрос вместе, вот это родилось недавно. Почему к съезду, почему к Алтаргане? Ну, здесь, наверное, больше совпадение. Конечно, то, что сейчас мы стоим накануне этих очень значимых мероприятий в жизни нашего народа, конечно, это сподвигло к тому, чтобы именно вот в этот момент, чтобы эта книга была издана. В этом году отмечается 25-летие ВАРКа. От ВАРКа ожидали тогда, на заре, так скажем, его создания, да, 91-й год, ожидали очень многое. Ожидали, в первую очередь, объединения бурят всех, да, то есть агинских, западных, восточных, в единый такой сплоченный народ со своим лидером, либо лидерами. За 25 лет этого, к сожалению, не случилось. Почему? Ну, абсолютно верно, что в 91-м году на первом Всебурятском съезде, когда создавался ВАРК, именно в такой форме, в форме ассоциации, Всебурятская ассоциация развития культуры, она была создана, ставила задачу, ведь вдумайтесь только в название съезда. Да, я понимаю. Он назывался «Первый Всебурятский съезд по духовному возрождению и консолидации наций». Тогда была абсолютно, конечно, другая ситуация. Был еще Советский Союз, страна еще не распалась, и все бурлило, значит, шли активные процессы, общественная активность была запредельной. И в этот момент, конечно, вот этот порыв, подъем национального самосознания вот, привело к тому желанию вот, иметь какой-то общий этнический институт. Дело в том, что у бурят, к сожалению, судьба такова, что, во-первых, мы практически, можно прямо сказать, мы разделенный народ, дисперсно расселенный. Мы живем в разных субъектах федерации, значит, в Агинском и Ордынском округе, в Республике Бурятия. Часть бурятского этноса проживает в Монголии, в Китае. Я уж не говорю о тех диаспорах, которые образовались в других регионах. И вот в этом смысле, конечно, требовалось выработка какой-то определенной стратегии развития этноса. Но этнос развивается на базе общности культуры, языка и культуры. Остальные ее компоненты, развитие, там, совместное проживание на одной территории, это недостижимо на сегодняшний момент. Значит, экономические связи, они не всегда тесные, хотя между соседними регионами, конечно, они должны быть. Но общая психология и общая культура, общая ментальность, она никуда не делась, и она осознается, и ставилась задача, вот, чтобы мы вместе
выработали эту стратегию. Почему не получилось? И это в принципе, удалось сделать. Это удалось сделать. Но удалось сделать почему? Потому что ВАРК был создан путем соглашения между Республикой Бурятия, Агинским округом, Усть-Ордынским округом, Читинской областью и Иркутской областью. И ее финансировали ведь по соответствии с соглашением органы государственной власти. И фактически ее воспринимали как полугосударственную организацию, ну, аналог какой-то общей Министерству как бы, культуры. Но сегодня ситуация же абсолютно изменилась. Ситуация абсолютно изменилась, потому что мы же стали развивать, масса общественных организаций появилась, появились элементы гражданского общества. То есть появилась масса этнической организации, но со своей спецификой. Там издательским делом занимается, там танцами, песнями, музыкой и так далее. Артем Данилович. И так далее. Так вот, чтобы ее объединить, для этого этноста задача же была выработать стратегию культуры. Ее удалось сделать. Почему не удалось? Вы же спрашиваете, почему не удалось ее политически сделать единым народом? Конечно, но, конечно. В первую очередь. Да. Эта задача, конечно, подспудно многие имели в виду, но ее реализовать было невозможно, потому что Россия пошла по пути федерализации. Округи, это ведь их была воля. В начале 90-х годов там, мы же помним, было возможно все. Но ни Агинского... Берите суверенитет, да, что хотите. Да, ни Усть-Ордынского округа. Они ведь именно на первом съезде, они ведь четко дали понять, что они не намерены объединяться с республикой. Значит, ни по экономическим причинам, ни по психологическим, ни по иным. Не говоря уже о том, что, значит, сегменты бурятского этноса, которые живут в Монголии и в Китае, это совершенно как бы находятся в разных условиях, в условиях доминирования иной культуры. И поэтому эту задачу решить невозможно. Поэтому наша цель, наша задача остается, мы должны общую сохранить этнос, ее развить, несмотря на то, что мы... Разделены территориально. И не только территориально, и не только территориально. Артем Данзанович, вот в своей книге вы пытаетесь ответить на 12 вопросов. Но мы все вопросы просто по времени не успеем осветить, то есть ваше решение вот тех или иных вопросов. Но для меня важно, я думаю, для телезрителей, конечно, в первую очередь, и не только для меня, в первую очередь для телезрителей. Первое. Бурят-монголы мы или буряты? Я на этот вопрос задал первым вот в этой книге, и когда-то Шираб Бадиевич Чемендарджиев, наш уважаемый профессор, поставил вопрос, кто мы, бурят-монголы, и ответил на него, кто мы, бурят-монголы, и ответил на него утвердительно. Я на него отвечаю несколько иначе. Мы буряты. Да, мы этнос, родственный монгольскому, мы имеем общие корни и культурные, и иные все. Мы вышли оттуда. Но как этнос, как нации, а нации мы стали, потому что у нас ведь и, собственно, автономия, и, собственно, государственность Республики Бурятия, мы стали уже в условиях России, проживая в условиях России, сформировали, это хорошо известно, что именно 4 бурятских племени, ну, 4-5 там по разным версиям, значит, которые на стороне России оказались на территории, именно они составили основу бурятского этноса. То есть вхождение бурят в состав России, это было добровольное решение? Это было добровольное, потому что мы несколько лет назад отмечали 350-летие, на этот счет были дискуссии. Да, были и, очень много. Да, были дискуссии, они вправе быть, но конечно, я внимательно проанализировал различные точки зрения, но а какой был вариант иной? Значит, абсолютно однозначно, что это был выбор, несмотря на то, что, значит, были неоднозначные точки зрения, значит, альтернатива, значит, или попадать под власть маньчжурских князей, монгольских князей, или попадать под власть... Екатерину Великую. Да, или Ермака, да, условно говоря, да. Поэтому, значит, это был определенный выбор, и он четко прослеживается. Да, говорят, что при Байкале было мощь сопротивления. Было, было. Здесь этот факт отрицать нельзя, но сам выбор народа, он был тогда совершен. И в то же время мы же сформировались. Если бы этого не было, я не знаю, какой бы, как назывался бы наш этнос. Может, мы были одним из монгольских племен. Вот, да. Эрдем Данзанович, у каждого небольшого народа, да, к которому относятся, безусловно, и буряты на территории Российской Федерации, есть свой лидер.
Ну, мы все прекрасно знаем, да, Рамзана Кадырова, там, Миниханова, еще кого-то. Да любую республику взять, республику в составе Российской Федерации, там есть свой лидер. Причем лидер, как правило, безоговорочный. Я опять-таки ссылаюсь к опыту вот, Рамзана Ахматовича. Как бы к нему кто не относился, но он лидер. Да? А у бурят такого нет. Из-за чего? Это опять-таки вот это самое территориальное разделение? Абсолютно правильно. В силу того, что любой этнос, ведь путь от этноса, этнических групп этноса к нации, то есть к обладанию государства, очень тернист. Наша судьба сложилась таким образом, что мы в различных субъектах федерации, в различных, на различных территориях, и этого абсолютно естественного общеполитического единства никогда не было. Ее не было и в советское время, потому что, собственно говоря, сами-то не обладали властью. Хотя власть была у партии, и, естественно, ее представители этноса были ее проводниками. Но ведь были Ирбанов, были Мадагоев, да, это были лидеры. Да, Ирбанов, Барадин, Жамсарано, Богданов, Ренчино – они создатели нашей бурятской государственности, потому что их движение, вот их устремление, да, автономии, как тогда еще говорил Ленин, было даровано. Рядом. Но это же стало в том числе и результатом вот этого движения. Бурята, ее цвет, ее интеллигенция выступали за автономию. Да, именно поэтому они тогда были лидеры. Это были лидеры. Другое дело в советское время. Но в советское время, конечно, условно и Андрея Рубкевича Мадагоева можно считать. Конечно, Ербанов, стоявший у истоков. Значит, почему? Потому что он длительное время возглавлял республику, ее автономию и ее основные институты, начиная с театра, музыки и так далее. Культурная составляющая. Да, и экономическая составляющая, она была создана в то время. Вопрос возникает, а сейчас мы можем назвать? Вот. Да, ведь те представители, которые занимают высокие государственные посты, значит, скажем, в Усть-Ордынском округе, в Агинском округе, в Бурятии, они же не распространяются, их власть, их влияние на всю территорию. Да, да. Это влияние можно распространяться только, может идти от общеэтнического института, каковым является на сегодняшний день только ВАРК. Сибурятской ассоциации. Почему? Потому что он же, каким бы ни был эффект ее деятельности, она же является интегрирующей, конечно, объединяющей организацией. И таким образом, да, вот, судя по вашим словам, да. Эрдем Данзанович, да. Президент ВАРК, лидер ВАРК, он становится автоматически, почти становится лидером бурятского народа. Те из них, которые работали длительный период, которые проявили себя. Безусловно, там человека с улицы никто не изберет, и даже делегатом не отправят. Конечно. Понятно. Конечно, да. Те, которые работали, те, которые имеют авторитет, безусловно, первого президента Шанима Дугаровича Дугаров, второй президент, он долгое время вице-президентом работал, они и сами-то личности харизматические были, Батон Дугаржапович Баяртуев. Я очень хорошо, в принципе, знаком с той ситуацией, в которой они работали, чем они занимались, о чем думали. У меня ведь и отец работал ответ-секретарем ВАРКа, поэтому я очень хорошо знаю, я с полным основанием их и последующих лидеров ВАРК отношу к общенациональным лидерам. А, конечно, ВАРК отдал должное тем государственным деятелям, и Андрея Рухевича Мадагоева юбилей отмечали, содействовали мы этому, и Владимира Безьяевича Саганова, ну и других. Поэтому здесь вопрос, конечно, совершенно точно можно сказать, это очень болезненный, сложный вопрос для нашего этноса. И сравнивать, конечно, с определенными этносами, скажем, у калмыков, даже несмотря на наличие определенных джузов, значит, там все-таки они проживают более компактно. И общая историческая судьба, значит, у них. Скажем, у других народов, разная ситуация, конечно, везде. Но здесь, напрямую у нас особая историческая судьба. И мы должны с этим пониманием относиться. С одной стороны, мы не должны все время педалировать на этом, ругать, рвать на себе волосы. Но с другой стороны, конечно, мы должны этим озаботиться и взращивать, то есть проводить определенную работу в этом направлении. К сожалению, мы этого не делаем, потому что зачастую эта наша разделенность, сегментарность не позволяет нам. Мы
все-таки иногда мы больше себя чувствуем, условно говоря, селенгинцем, кижингинцем или тункинцем. Сейчас не родоплеменные, конечно, а больше территориальные сегменты, да. Ну, в соответствии с советскими административными. Ну, они практически одно и то же, родоплеменные, территориальные. Ну, отчасти, потому что они же блочные. Блочные, а с другой стороны, вот это административное деление, оно ведь тоже, значит, повлияло. Условно говоря, где граница между западными и восточными бурятами? Значит, если, скажем, брать эхиритов, то баргузинцы, которые на восточной стороне, они, значит, относятся, ну, по племенному принципу к западным, по территориальному, восточному. Или тункинцы, например, хамгодеры, да? Вот наша программа, Эрдэнэ Назанович, выходит в четверг вечером, в четверг утром будет проходить и будет уже известны какие-то результаты, ну, может быть, предварительно, может быть, уже окончательные съезда ВАРК, в том числе и выборы лидера ВАРК. Какие ваши чаяния, надежды, вот, связанные вот с этими со всеми мероприятиями? Потому что это чисто политическая составляющая. Мы все прекрасно понимаем, что ВАРК создавался как именно ассоциация развития культуры, но в это вкладывалась именно политическая составляющая. По крайней мере, я так понимаю, что создателями ВАРКа, да, и инициаторами создания этой ассоциации, в том числе и учитывались и политические моменты. Я думаю, все-таки вот немножечко несколько иную точку зрения припожал. Дело в том, что да, многие-то, наверное, видели ее как политическую организацию. Как рычаг. Да, как рычаг, да. Но ВАРК именно потому и остался ВАРКом, потому что он стремился отойти от чрезмерной политизации. Эти традиции были заложены еще Дашенимой Дугаровичем Дугаровым. И ведь я уже как-то вот в начале нашей беседы сказал, что общеполитические задачи решать очень сложно. В силу того, что здесь очень множество интересов, и они не совпадают. А культурные задачи мы можем решить, потому что у нас здесь интерес сходится, да, мы знаем, что развивать, мы знаем, что нужно бурятский язык развивать, мы знаем, что нужно профессиональную культуру поднимать, мы знаем, что нужно наши традиции, обычаи возрождать и так далее. А вот с точки зрения политической... Вот без политической воли ведь этого не сделаешь. Не сделаешь, это абсолютно правильно, но здесь нужно очень тесно умение вести диалог, умение сотрудничать, взаимодействовать, и абсолютно, скажем, ВАРК, если бы стал политической организацией, я не думаю, что мы... 25-летие его, ну пусть небольшого, но юбилея дожили. Ну понятно, это тут как бы бесспорный этот тезис, да? Просто вот это лавирование между вот тем этим, оно вот к чему привело? Оно, на мой взгляд, да, привело к тому, что все-таки лидеров бурятского народа как не было, так и нет. То есть последние вот годы, несколько, там, даже десятилетия, я бы сказал. А бурятский народ как был раздроблен, так и остался раздроблен. Более того, сами же буряты, да, между собой, по крайней мере, на просторах интернета, развязывают такую войну информационную, дичайшую. К сожалению. Что, да, что даже мысли у меня нет о том, что вот, а как можно объединиться при таком, я бы, ну, не скажу ненависти, да, а при таком непонимании друг друга. Абсолютно разделяю вот это опасение, что вот... Я вот как раз очень хотел вот это подчеркнуть, да, в культурном смысле у нас есть общий интерес, общая стратегия, да, есть и профессионалы в этом деле, ну, специалисты его, творческие деятели и так далее, да. С точки зрения политической, к сожалению, у нас нет общей идеи, то, что нас объединит. Мы, к сожалению, очень так местечково все подходим, каждый свой интерес блюдет, да, на уровне какой-то... организации, на уровне предприятий, на уровне органов власти и так далее. Мы, в общем-то, здесь скрывать нечем, мы хорошо об этом знаем. Значит, как только представитель того или иного территориального или, ну, хотите, родового сегмента становится во главе этой организации, он сразу же начинает себе опираться на, прежде всего, на своих земляков, и это, ну, очевидно, объективное явление, потому что очень мало случаев, когда этого не происходит. Ну, к сожалению. Да, к сожалению. Но нам нужно, ну, нужны годы, конечно. Нужна деятельность лидеров, нужна деятельность общественных, политических организаций, тому, чтобы преодолеть это. Нужен общий интерес вырабатывать. А в чем он общий интерес состоит? В чем? А в чем он общий интерес? Я думаю, что с точки зрения, ну, как политолог могу сказать, общий интерес состоит только в том, чтобы собственную национальную государственность укрепить.
укрепить ее волю. Но ее судьба этой государственности известна. Она в составе России, она вместе, вместе с Россией. Она, но это и, неоспоримо. И, да, это она и будет восходить и возрождаться вместе с ней. В нем наша сила и наша мощь. Но общая-то идея не только в том заключается, чтобы там какие-то привилегии бурятам принести, а общая-то идея заключается в том, чтобы поднять республику в экономическом плане, сделать ее экономически развитой, сильной, культурную самобытность сохранить, чтобы все видели, чтобы бренд республики Бурятия, вот эта культурная особенность, межконфессиональные согласия, различный вот, культурный плюрализм, ну, в мире это не очень-то много мест, где это все удается, как бы сбалансировано. Но мы имеем выдающийся шанс, значит, создать такую республику. Ну, и мне бывает приятно, вот, все-таки мы не должны, наверное, зацикливаться вот на негативных моментах. Да, идет война в интернете, а с другой стороны, сколько примеров подлинного интернационализма, когда буряты берут там на попечение детей русских, или же наоборот, да, когда создаются интернациональные семьи, когда, значит, мы горой стоим друг за друга. Я просто вспоминаю армию, когда я служил, и мы все были буряты, хотя у нас большинство из моего призыва были русские из Бурятии. Их всех называли бурятами, и мы стояли горой друг за друга, противостояли, прямо скажем, в условиях дедовщины. Поэтому вот в этом наша уникальность, и, ну, это определенное своеобразие, и вот здесь наш ключ. Нам нужно подниматься, подниматься республику. Конечно, хотелось бы, чтобы лидеры и бурятского народа, самые лучшие, как говорится, парни и девчата из нашей среды, чтобы поднимались, чтобы они имели возможность себя выразить. Но для этого нужно переломить вот ту ситуацию, которая сейчас у нас образовалась, давно уже образовалась в верхних эшелонах власти, на площади Советов. И на площади, и на всех уровнях. Да, и на всех уровнях в том числе. Потому что самые талантливые, я еще постоянно это говорю, самые талантливые, одаренные, самые перспективные молодежь, она уезжает. Сожалению, уезжают тысячами. К сожалению. Вот здесь, конечно, будет очень большая роль отводиться, ну, есть научный термин «элита». Не всем это нравится слово произносить, но «элита». Что значит «элита»? Тот отборный класс, интеллектуальный, политический, значит, если они преодолеют себе эгоизм, именно они сумеют создать эту ситуацию. Но требовать от рабочего, чтобы он, значит, отрекся, так сказать, от своего там... Не, ну этого делать не надо. Этого делать не надо, но требовать надо это с тех людей, с кого и много спрашивается. Конечно. Кому много дают. Кому много дают, да. У кого власть реальная, у кого реальное влияние. Поэтому надо требовать с тех, кто и в органах государственной власти занимает высокое положение. Буквально вот последний вопрос, Эрдем Данзанович. Чего вы ждете от этого съезда все-таки? Я сейчас вижу... Какие-то точки над «и» будут расставлены? Или это будет очередная грызня между бурятскими кланами? Я вижу, что есть интерес к съезду, вот, к Варку. Вот, время от времени как, значит, критикуют, и в чем-то, может быть, правы. Но, да, интерес очень большой, но скажу. Но интерес снова проявляется. А почему проявляется? Потому что нет другого института объединяющего. Общебурятского нет института. Отсюда интересы и политиков, и деятелей культуры, и общественников. Поэтому каждый съезд в любом случае – это шаг вперед. Потому что это на новом уровне. Каждые 5 лет проводится, да? На новом уровне мы договариваемся о чем-то. Мы согласовываем. Значит, будет приниматься программа этнокультурного развития. Мы сверим по своей позиции. И это уже хорошо. Даже если будет определенная, значит, ну, скажем так, острота в дискуссиях, ничего страшного, ничего страшного. Очень важно было бы, чтобы новый состав Совета ВАРК, чтобы новые ее лидеры, которые будут избраны вот всеми представителями фактически бурятского народа, чтобы они, вот то, о чем мы с вами говорили, чтобы они вот в этом плане показали пример. Преодолели, вот, то есть совершили определенные действия по преодолению этой ситуации. И тогда ведь это будут шаги вперед. Потому что разом, одним съездом или, скажем, одной какой-то ситуации, конечно, проблемы не будут решены. Не, ну, об этом говорить будет опрометчиво. Но я думаю, что
то, что ВАРК остается и есть такой институт, это уже... Это хорошо. Это нет, уже безусловно, благо. Он должен быть обязательно. Да, да. Обязан просто быть. Да. А есть уже кандидаты на пост будущего руководителя ВАРКа, президента ВАРКа? И если есть, то предоставляют ли они свои программы? Как процедура вот эта происходит? Процедура здесь такая. Значит, свыше 400 делегатов от всех территорий, где проживают буряты, значит, они выбирают, ну, заслушивают отчетный доклад Совета ВАРКа, с которым выступит президент ВАРКа Владимир Романович Баудаев, заслушивают отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии, с которым выступит председатель комиссии Александр Афанасьевич Иваев, и затем дадут оценку, примут резолюцию и выберут новый состав Совета. Новый состав Совета, в свою очередь, уже изберет президента и вице-президента. Я знаю, что вице-президенты Агинский округ предложил Мажеева, известного депутата, а Усть-Ордынский округ – Аударова, заместителя председателя Иркутской областной думы. Ну, то есть не последние люди в своих регионах. Да, то есть здесь мы видим уровень представительства очень высокий. Что касается на кандидатуру президента, то это будут выдвигать делегаты, и слово будет за ними. Эрдем Данзанович, к сожалению, время программы подошло к концу, но по традиции я предоставляю вам слово обратиться к нашим телезрителям со своими словами, учитывая то, что завтра начинается Алтаргана. Да. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, уважаемые жители республики, ее гости, вот в преддверии вот таких очень важных событий в нашей жизни, Всебурятского фестиваля Алтаргана, 6-го съезда ВАРКа, хотелось бы, чтобы эти мероприятия стали очень значимым в развитии нашего этноса, жителей нашей республики, чтобы это дало толчок дальнейшему развитию культуры и интернационализму, и чтобы, значит, мы приняли те решения, которые скажутся позитивным образом. Давайте хорошо проведем наш Всебурятский фестиваль Алтаргана. Спасибо большое. Присоединяюсь абсолютно к вашим словам, Эрдем Данзанович. И я хочу пожелать вам, чтобы вот таких научных исследований было как можно больше. И чтобы они именно доходили до тех людей, которым они адресованы. То есть до всех нас, до читателей. Спасибо большое. Всем на Алтаргану, уважаемые телезрители. А я просто напомню, что гостем программы «Открытый эфир» был доктор социологических наук, политолог, профессор, первый вице-президент Всебурятской ассоциации развития культуры Эрдем Данзанович Дагбаев. Я Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.